Расскажите, вы согласны с предварительными итогами прокурорского расследования, которое говорит о том, что не может собирать на дополнительное образование ваша некоммерческая организация денежные средства своих? Нет, не полностью не согласна, не только я, а все члены нашей организации, которые являются родителями детей, учащихся в этой гимназии. Но по поводу проверки, они проверили, отправили дело к мировому судье, и сейчас это будет разбираться суд, пока никаких конкретных претензий или что-то там, предписание к закрытию, там что-то нет. Мы работаем, дети наши учатся. Дети с удовольствием занимаются музыкой, и те дети, которые посещают нашу гимназию, они именно для этого здесь и находятся, чтобы заниматься музыкой.